Во Франции службы безопасности ликвидировали преступника, напавшего на семью полицейских в пригороде Парижа. Злоумышленник проник в дом офицера и нанес ему смертельные ранения ножом. Затем взял в заложники его жену и сына. В итоге здание пришлось брать штурмом. Внутри стражи порядка обнаружили тело жены полицейского. Ребенок не пострадал. Как пишут местные СМИ, нападавший давал клятву верности запрещенной в России ИГИЛ. Организация ИГИЛ, террористическая группировка, уже взяла на себя ответственность за эту атаку.